Центр Тирасполя, здание Министерства госбезопасности, перекресток Манойлова и Карла Маркса. По зданию стреляли. Все произошло примерно в 5 вечера. Выходной день. Рядом гуляют люди. Повезло, в здании никого не было. По сообщениям МВД, никто не пострадал. В здании частично разрушены первый, второй и третий этажи. Выбиты двери и окна. Вылетели стекла и в домах рядом от взрывной волны. Территорию оцепили. Близко подходить не разрешали. В жилые дома пускали только тех, кто в них прописан. 2 сильных взрыва, больше ничего. А вы где находились, когда слышали? Красная казарма. Недалеко здесь были. Прозвучали 3 взрыва, и люди разбежались. Потом уже я тут живу просто. И уже позвонили, сказали, что это взорвали. Сначала сказали гранаты, потом с гранатомета. Непонятно. Взрывы были слышны почти по всему центру. В кофейне, у магазина, квартиры ощутили последствия происшествия. Был очень сильный взрыв, и у нас окна начали дрожать, люди начали паниковать, да. Начали их успокаивать. Были люди внутри, да? Да, у нас были люди внутри, человек 5, наверное, что ли. Вот, люди начали паниковать, начали выбегать, мы их начали тоже успокаивать. У вас, может быть, выбило счетчик? Нет, счетчик не выбило, у нас маленькая трещинка пошла по натяжной, это натяжной полок вроде. Ага, да. Маленькая, да. Трещинка пошла, но в любом случае будет страшно, неприятно. Мы делись. Сразу же после этого решили закрыться. Выбежали продавцы с Благоды. Да, вот здесь Благоды. Просто там женщина сбежала. Там. Медиамаркет вообще сразу закрылся. Они закрылись, да? То есть они работали? Они работали, ага. И все сразу позакрывались. На месте работали милиционеры, саперы, пожарные и сотрудники МГБ. Прибыл и президент Вадим Красносельский. По предварительной информации, стреляли из ручных противотанковых гранатометов. 3 тубуса бросили на месте. Есть версия, злоумышленники использовали РПГ-22 или РПГ-27. Следствие по обстрелу здания МГБ уже ведут сотрудники госбезопасности и Следственный комитет. Возбуждены уголовные дела.